Есть вероятность увидеть вас на UFC в Сочи, потому что это третий турнир, который пройдет в России. Я не знаю, матом можно на вашем канале ругаться или нет, я их пизжу, блядь, на спарринге. Друзья, привет! И перед началом нашего видео небольшое рекламное отступление. Хочу вам порекомендовать наших друзей из букмекерской конторы «Марафон». Это самая надежная букмекерская контора, лучшие коэффициенты на все турниры по ММА. М1, UFC, ACA, Bellator, RCC и многое другое. Ставьте там, если, конечно, ставите. Ну и перейдем к видосу. Человек, который стоит справа от меня, не нуждается в представлении. Андрей Орловский, ветеран UFC. Андрей, рад вас видеть. Спасибо. Расскажите, нравится ли вам турнир сегодняшний? Ну да, бои, то, что я видел, очень-очень зрелищные, хорошие, мне очень понравилось. И ну вот ждем главных боев. Хочется немножко теперь поговорить про вас. У вас совсем недавно был бой в UFC, и это очередной был булшит. По бою вы выигрывали. Вы можете сказать вообще, почему последние ваши бои, которые доходят до судейского решения, не идут в пользу вам, хотя, не знаю, фанаты все понимают, что вы этот бой забрали? Ну, понимаете, во-первых, спасибо за слова поддержки, во-вторых, главное, чтобы руководство UFC, матчмейкеры видели, что меня обокрали. Ну, да, как-то так произошло. Неприятно, конечно, но руки не опускаются, готов двигаться вперед. А какие вообще могут быть причины этого? Вы анализировали как-то? Ну, не хотелось бы думать, что это возраст дает молодым бить стариков, но, ну, наверное, что-то недоработал, хотя после боя с Акаями разговаривал со своими тренерами, так мы буквально на 15 минут митинг был, сказали, что есть у них понятие того, почему недоработал, почему, то есть бой был не в нашу сторону, поэтому по приезду начнем работать. Вы тренировались в последний раз в Джексон Винк или в АТТ? Нет, я постоянно в American Top Team с 2017 года. Как сейчас, вот вы говорите про возраст, как вы сейчас себя ощущаете с другими спарринг-партнерами, с молодыми ребятами? Вы чувствуете, что еще порох? Все, они были все младше меня, и я не знаю, матом можно на вашем канале ругаться или нет, я их пизжу, блядь, на спарринге. Во время боя, не знаю, или ступор какой-то, или еще что. Ну, на самом деле, сейчас глупо искать оправдание, то есть после драки кулаками не машу. То есть факт по факту остается, что я проиграл бой, значит, действительно надо что-то менять, поэтому еще у меня год, несколько лет есть, может, 3-4-5, так что будем работать над ошибками. Еще хотелось бы узнать, что сейчас у вас с командой. Нам Алексей Леник рассказал, что с Архангелом Михаилом он завершил свое сотрудничество. Что по поводу вас? Ну, к сожалению, мы, наверное, тоже завершили сотрудничество с бойцовским клубом Архангел Михаил. Но отношения остались нормальные, я думаю, я имею в виду на уровне человеческих. Поэтому, ну, может быть, вернемся. Хотелось бы в это верить. Есть вероятность увидеть вас на UFC в Сочи, потому что это третий турнир, который пройдет в России. У вас дата есть? Говорят, типа август, но пока еще непонятно. Август этого года? Да. Нет, в августе этого года я, к сожалению, наверное, буду в кемпе, но у меня есть пожелания, скажем так. Я уже озвучил их своему менеджеру, чтобы он передал UFC. То есть я думаю, что осенью я уже где-нибудь буду выступать. Что же, Андрей, тогда ждем вашего боя и очень надеемся, что судьи в этот раз правильно примут решение, если дойдет до решения. Вы знаете, тут я в очередной раз убеждаюсь, что до судейства давать не надо. Надо заканчивать в первом, втором или третьем раунде. Поэтому спасибо и, безусловно, сделаю все возможное, конечно. Андрей, благодарю вас за интервью. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Андрея Орловского, он появится внизу. Подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо, удачи. Друзья, каждый день на канале Вестник ММА выходит свежее интервью лучших российских бойцов. Мы обозреваем все турниры, до которых успеваем добраться. Поэтому, если вы поддерживаете наш Сизифов труд, ставьте на все видео, до которых дотянетесь, лайк, пишите добрый коммент и делитесь с друзьями. Кроме того, мы уже в нескольких шагах от заветного микрофона. Если вы, как и мы, устали от сбора на него, будем рады донату, сообщение к которому совместно с вашим именем появится в конце следующего видео.